Итак, Team Fortress 2, карта Гранари. Продолжаем. Мне все равно, за кого играть, если честно. И, как мы видим, потрясающий набор людей. Добавлено время. Hello. А мы как бы уже играем, если что. Да. Все записывают, да? Быстрее, почему они захватили точку? Что вы делали все это время? Почему пока я отсутствовал, такая жопа была? Быстрее! Быстрее! Ну, мы не знали, что делать. Пойдем, Скарлетт, раз ты хэвик. Вай сзади! А мне кто-нибудь поможет? Артус, это ты? Артус, ответь! Нет, я ничего не могу. У меня был шпион, ну просто отлично. Вятский опять сжал. Подрывник. Нашу контрольную точку. Наша точка. Наша точка. Ты не поверишь? Ну да, нашу точку захватывают. А я не понял, где инженеры? Зачем нам столько хэвиков, если у нас один медик, и это я, и я сдох? Где эта сраная смена оружия? What the fuck? Скарлетт, стой! Стой! Даю. Вот теперь иди! Зачем? Зачем? Что ты делаешь? Я бомб потерял, Скарлетт, да. Бей их! Ты вставай! Мочи камнюков! Вперед! Слева, слева, нет, свои. Слева, слева, слева. Индж, держи там! Помогите кто-нибудь Инджу! Не-не-не, идем вперед! Точка, 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 точка! Захватывать, кто там посередине? Да! Нет! Нет, посередине! Господи! Скарлетт, пойдем вперед! Пойдем, 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 тут удержит. Куда идти-то? Сюда, сюда. Вперед! Вперед! Только вперед. У меня разные понятия вперед. Надо назад идти. У меня столько мыслей, но я не буду комментировать. Я сраный джентльмен. Не-не-не, стой, 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 Скарлетт! Давай подождем, подождем, пока Джонни отстроится. Беги! Кто там? Кто там? Я даже не могу посмотреть, кто это бегает. На третьей точке! Раздатчик! Ну где вы все, мужики? Мы идем, Алгейм, давай, давай, давай! Пошел! Подожди! Враг пытается... Пошел, 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 пошел! Давай, давай, давай! Все! Я псих! Какие эмоции! Джонни! Где телепорт? Я не играл в телепорт из зимы! Быстрее! Быстрее! Молодец, Алгейм! Сзади, 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 сзади! Алгейм, сзади! Вперед! Турель убить! Да! Вперед, там еще одна! Там еще турель! Еще слева одна турель! Сзади! Ау! Вятский хорош! Уа, посмотрите, там Вятский всю игру делает!
вау. Посмотрите на... А, вы меня... Сейчас вы не слышат люди, да, которые сдохли? А-а-а. Почему? Все слышно. Ну, ты сдох просто. Вятский все за них сделал, Вятский просто жжет. Не надо было его приглашать. А-а-а, точка, точка, точка. Попал на точку. Происходит захват нашей контрольной точки. Нам нужен поджига. Спай, спай, ну ребят, ну ребят, ну спай. Ну смотрите. Еще спай. Вот же бегает. Да вы что, ребят, туда спай, смотрите. Я сейчас колодронами буду обзывать. Сзади. Слушай, вашу мать! Что вы делаете? Надо... Надо накопить, надо накопить убер, ребят. Ребят, кто-нибудь херик, надо накопить... А, чёрт. Пошёл от него. Медик. Дес, давай накопим убер. Хорошо? Не-не-не, давай туда, пошли на вторую точку. Вторую точку. Пошли держать. Главное, чтобы меня не убили. Смотри, еще спаев. Убивай их нахер! Вау, их много здесь, и криты! Ребят, не заходите, там много! Добавлено время. Все, не остались. Ребят, ну смотрите за спаями, ну пожалуйста, кто поджига? Происходит захват контрольной точки! Спасибо, Дух. Не-не-не, пой. Почему у нас нет инжей? Тревога! Происходит захват. Ребят, нам нужен инж. Ну не мне же инжа брать, тревога, я медик. Происходит захват нашей контрольной точки. Нам нужен инженер, чтобы среднюю точку оборонять, и чтобы телепорты были. Все. Бей его, бей, Дес, давай. Молодец. Арсус, ответь. Арсус, ответь. У меня спай, у меня спай. У меня спай на средней точке. Спай, ну помогите мне, народ, ну вашу мать, а! Ну где он такой? Да господи, чё, не слышите что ли, на третьей грёбаной точке грёбаный спай! Собирай турель! Огонь! На чёртову точку, место! Тревога! Происходит захват контрольной точки! Спайра, в какой вы жопе ходите? Я говорю, спай на второй точке, на третьей, мать вашу, точке! Убейте его, мать вашу, вы грёбаные спайра! Да, нормальный! Вашу мать! Да его тут нет, всё. Был, он убил всё, я 300 раз, нет, господи! Я не знаю, как еще говорить. Слава тебе, Господи. Теперь два инжа. Теперь нет медика. Нужен один, взяли три. Я свой. А, не ковики есть. Арсус, я когда тебя спрашиваю, ты отвечай, потому что рядом со мной был шпион несколько раз замаскированный под тебя. Я тебя не как-то подспросил. Воу-воу. Нужно так. Байра, стой здесь и жги всех просто. Но подходит к пушкам. Разведчик. Ждем. Лорд Диман, пойдем за мной. Лорд Диман. Лорд Диман, иди сюда. Пой сюда. О, боже мой! Господи, дайте мне нормального кого-нибудь. Я говорю, Лорд Диман, пойдем сюда. Он стоит. Да! Я поджигатель! Да! Боже мой! Со всех сторон. А, это был спай! Спай на средней точке! Я понял, почему он мне не отвечал. Потому что это гребаный спай был. Упс! Лорд Диман, извини. Не хотел. Я... Упс! Арсус, пойдем с тобой. Ну, ставьте, отстраивайтесь. Что вы делаете? Джи. Пайра, помоги им. Жги другого Пайра.
Ты один, помни. Нет, вас двое с Джонни. Пойдем, Арсус, пойдем, пойдем, пойдем. У меня губер накопился. Да иди, я иду, иду. Снизу, снизу, снизу. Сзади, 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 смотри. Что это было такое? О, гребаный крит, ну просто замечательно. Блин. Пайра, тебе надо было бежать вперед. Вообще. Я не понимаю, вот вы что делаете, Джонни? Зачем ты стоял за нами? Ты должен был бежать вперед и убивать их, поджигать. Ты гребаный Пайра. Ты должен бежать вперед. Ты же гораздо, что не настолько. Ты же гораздо, что не настолько. Вайрин, я тебя жду. Пойдем быстрее. Ну уж кто там у нас? Инженер, почему вы не остроились? Пацаны, вы что там, это нормально? Вау! Ну, ну, все, вау, вау. Там два разведчика назад, Артус назад. Там два разведчика, ребят, два разведчика бегут. На вторую точку. Заблокируйте там. Сзади, Артус. Все. Ну, просто замечательно. Я шпион от разведчиков. Ничего, зашибись, сейчас спай на второй точке. Нахера нам три разведчика, господи, мать вашу, а! Я сейчас... Мы посмотрите, как я выбирал. Ну, нет, я вы посмотрите на это, три гребаных разведчика! Вы уверены, что нам нужны три разведчика? А мы же дадим, не то чтобы быть со входной точки. Кто мне будет валидол поставлять? У меня столько денег нет. Не говори. Тут не валидол, а же вагон его. Артус, я полный случаев непонятно. А, ясно. Окей, еще один, еще один. Это спа... Нет, вязкий тут. Слева, слева. Я отомстил за вас, ребят. Вязкий хорош, хорош. Ну, пошло все в жопу, а. Я не могу так играть. Ох. Ужасно. Ваша жизнь. Ну, ребята, ну... Да, я сейчас нахер выйду. Серьезно, спектаторы, играйте нахер сами, господи. Что это? Где все... Где все телепорты? Я даже телепорта ни одного не увидел. Я сейчас нахер выйду, серьезно. Это просто невозможно. Спай! Убил. Ну, может, Вятский к нам перейдет, чтоб равные команды были. Ну, давай. Ну, нет, к нам зашел 13, увы. И сейчас мы будем продолжать всасывать. Ой, да пошло все в жопу, серьезно. Враг пытается захватить нашу контрольную. Тревога! Враг пытается захватить нашу контрольную точку. Я не буду двигаться даже. Ну его в задницу, серьезно. Пойдем, Арсус, отстоим. Честь и достоинство. Интересно, какой интересный будет кол? Сверху? Ну сверху! Да пошло все в жопу, а! Где греб? Да... Неудачно. При...
пришло время показывать мастер-класс. Добавлено время. Тревога! Происходит захват контрольной точки. Тревога! Происходит захват контрольной точки. Ребят, возьмите кто-нибудь медика. Я взял пайра. Пошли вы в жопу с этим, со своими пайра. Класс. Учитесь, вашу мать, пайра, как надо работать. О. Там турель, осторожно, справа турель! Справа турель, не выходите, там турель. Справа турель, нужен убер. Сверху. А почему у нас нет двух медика-то теперь? Где медики, вашу мать? Да вы чё тупите-то так, ёбаный СТ? Еще одна турель. Они уже здесь турели ставят. Все, с меня хватит. С меня официально хватит. Ну его в жопу. Я не могу этого больше терпеть. Это просто ужасно. Это просто капец. Пусть они играют сами, и я не могу. Медиков нет, инженеров нет, никого нет, поджигатели не умеют. Даже же поджигателей сейчас нету, зато у нас есть до хера хеликов, до хера кого там еще, разведчиков, два демомена. Это просто замечательно. Как мне везет с командой, это просто капец. Я не буду заходить. Пусть они сами доиграют этот матч. Нет. Нет, я полетаю, пожалуй. Я полетаю, это просто капец. Это ужасно. Смотрите, до сих пор ни одного... Нет, инженер есть, окей. О, наконец-то я вышел, они взяли трех медиков. Трех! Теперь, а теперь... Я просто промолчу. Три демомена! Три медика! Я официально заявляю, это дерьмо какое-то. О, смотрите, у них есть телепорты. У них были турели. Вау, чего я не видел у своей команды? Вы что, серьезно? Господи. Я не могу в такое играть. Когда нет пайра, который защищает, пока я коплю убер, я ничего сделать не могу. Происходит захват последней контроль. Ну, естественно, они завалят все, потому что нахер... Надо хотя бы телепорты иметь. И теперь два медика. Ну ладно, два медика, окей. Нет. Нет, я не буду обращать на это внимание. Пусть они проигрывают. Просто ужасно. А, смотрите, две турели, раздатчики. Ух ты! А почему этого не было раньше? Вау, они отбили точку. Я... Ну, смотрите, где пайра? Почему они не смотрят назад? Это... Команда мечты. А, Вятский спокойно на них хилы делает, спокойно. Я его убивал несколько раз. Они его убить не могут нахер. Да что он делает, вашу мать? Что это было сейчас? Вы посмотрите, он запи... О, он за... Он запи... Это официально самая плохая команда, которую я играл в мире. Вы посмотрите на это! Турель! Вот, вот как надо работать! Турель! Да еще одна турель! Медики, два хелика! Инженеры! Спай, который хорошо работает! Что у них есть? Ни хера! Демомены! Солдат! Где?
Где медик, который копит Uber? Он почему... Что? Смотрите, что он делает, тоже Диман? Вот что он делает? Он абсолютно бесполезен. Зачем они два... два ёбаного хэвика держат? У вас грёбаный солдат есть. Не того, кого можно лечить. Нету инженера. Надо его поставить уже давно здесь вот. Поставить куда-нибудь здесь. Телепорт. Чтобы он вел сюда. Поставить сюда турель, которая будет оборонять. Куда-нибудь вот сюда вот. Враг пытается захватить нашу последнюю контрольную точку. Вау. Ну, пожалуйста, не дергайся. Просто сложите оружие и уходите. А, он меня не видит. Ну, официально тогда я все это вырежу. Я официально хочу заявить то, что вы играть не умеете. Вообще. Боже, я смотрел за вами из спектатора. Это было просто ужасно. Это было просто ужасно. Спасибо. О, Вадгин, ты за нас? Вау, мы поменялись хотя бы нормального игрока, да, на кого-то. Это просто было ужасно. О, Вадгер, надеюсь, ты будешь меня... Вот так надо нахер работать. Я поставлю телепорт. Стоит справа. Стоит справа, слышите? Справа, справа выхода. Пожалуйста, не просрите телепорт. Не просрите телепорт. Да в жопу это снаряжение! Сказали, что мы будем драться с... А, телепорт переместился уже. Упс. Тревога! Враг пытается захватить нашу контрольную точку. Телепорт на подходе! Телепорт переставил, он стоит слева. А, только один выход. Защититесь. Подождите, никуда не уходите с середины точки. С середины точки не уходите, я отстрою здесь. Рейсер, рейсер, обратно. Дай-ка на чертову топ. Троица турель. Блэк Джекс. Джек Спай. Уничтожена. Ну, пожалуйста, один пайра, постоите, посмотрите мою турель, пожалуйста, давай, один. Турель. Хватит тупить, ребят. Если увидите другого пайра, то убивайте его. Я строюсь посередине. Добавлено время. Ребят, хватит. Пожалуйста, кто-нибудь, прикройте посередине. Пожалуйста. Я вам просто обращаюсь, пожалуйста. Я могу, я не знаю. На набол. Окей, окей. Ладно, ладно, убедил. Если подбегаете, то стреляйте нахер. Да мне хватит одного пайра. Подойдите его турели. Ау. Телепорт на подходе. Еще посередине. Во-во-во, бежит, бежит, бежит. Жги, жги, жги его. Молодец, молодец! Вот это я понимаю. Да
Точка на точку, место! Блин, я забыл поменять язык с русского на английский. Оо, я думаю, что-то не так. Все окей, подождите, я еще отстроюсь. Вот так сразу надо было делать. И телепорт вам отстрою. Телепорт отстроил почти до конца. Все, одного парня мне ставить вот на набол. На набол пусть здесь стоит посередине, все. Если подбегаете к турели, то вы поджигаете сразу, чтобы я понял, что это вы. Все. Пусть на набол здесь, на набол оставайтесь здесь, а вы идите штурмуйте. На набол! Стой сзади, смотри, чтоб... Встань уже на точку, место! Все, убили шпиона, убили, все окей, я держу. Все, мы стоим, держим, идите, захватывайте. Вадик! Специально инженера взял! Ребят, возьмите кто-нибудь один медик, а ДС в один не справится. Накопите убер, просто зайдите вдвоем, расстреляйте всех нахер. Только, пожалуйста... Уже. А, все, окей. Все, больше не надо. Уже два медика. Я могу вперед переставить пушку, если там чисто. Кто-нибудь скажет мне? Посередине между точками. Жучок, твою раздачу! Бай! Слева! Ах, мать твою! Ладно, не успею я уже. О, черт! Нанобоу, ты просто поджигай всех тех, кто подходит. Хорошо прокатил, блядь! Враг пытается захватить нашу контрольную точку! Забирай турель! Жучок на моем телепорте! Телепорт! А что это? Что он пайра? Что он пайра? Ребят, ну где вы все? Датчик уничтожен! Происходит захват нашей контрольной точки! Ну вашу мать, да почему такое быстрое возрождение-то, не понимаю. Давай, убер. Тревога, происходит захват нашей контрольной точки. А у них там два или три спая, турель что ли? Уничтожена. Какого хрена? Почему они так быстро возрождаются-то? Надо пол. Проиграли. What the fuck? А почему мы проиграли? А почему... А, время, окей. Я не знаю. Это кретинизм какой-то. А почему у них такое быстрое возрождение было сейчас? Или те, кто... У кого меньше точек, те быстрее возрождаются? Не, у них просто есть часы такие у шпионов, которые как будто умирают, на самом деле просто вынуждены. А,